преддверии Нового года во Дворце культуры города состоялось вручение премии «Алтын Самгал». Спортсмены, одержавшие победы в этом году, получили денежные призы. Аким города подвел итоги уходящего года в сфере спорта. Наш город богат спортивными традициями, достижениями и победами. Об этом знают все. Сегодня мы чествуем наших лучших спортсменов, но их достижения – это совместный труд тренерского штаба, ветеранов спорта. Только благодаря преемственности поколений возможны эти результаты. Поэтому, пользуясь случаем, от вашего имени, от своего имени тоже я хочу поблагодарить тренерский корпус, ветеранов спорта за их преданность делу. На мероприятии было награждено порядка 100 человек. По словам секретаря городского маслихата, поощрение стимулирует спортсменов продолжать принимать активное участие в жизни города. Свыше 60 человек, которые сегодня стали призерами Азии, чемпионами Азии, призерами мира. У нас есть впервые в истории Темиртау и Карагандинской области чемпион Олимпийских игр по слабослышащим. По словам лауреатов премии, мероприятие прошло на высшем уровне, а также выразили благодарность организаторам и акиму города. Спасибо за такое мероприятие, что такое сделал наш акимат. Согласен с вашим Новым годом. Я очень рада и благодарна, что меня пригласили на данное мероприятие. Оно прошло очень торжественно. Мне все очень понравилось, и ждем следующего года. По словам специалистов, в следующем году планируется принять участие во Всемирных играх, чемпионате Азии, Азиатских играх, а также Олимпийских играх. Кристина Шарапова, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.